тоже хорошие видосы, правильно? Что-то какой-то, по-моему, очень старый мост. А вот, кстати, здание с мозгами. А, Академия наук, да-да-да-да. Штука хорошая. Правда, в точности я не знаю, чем они все там заняты. Ну, в Академии наук, так же, как и в Академии Бога, а именно в церкви, я думаю, очень много чего энергии тратится на иерархию. Потому что для человека очень важно сидеть повыше и, как называется, закон курятника. Что-то срать на нижнего, а что-то там на который рядом. Я не помню, как это звучит. Ну, как-то это остроумно звучит. Так, а это у нас тем временем, блин, твою дивизию. Туннельчик. Самый натуральный. Как я в детстве мечтал туннель, побывать в туннеле, вы бы знали, а? А сейчас я мечтаю побывать в детстве. Больше ничего. То есть все наоборот, черт подери. Ох уж эта зеркальность бытия. Ё-моё, какой дом тут над нами. Господи, боже мой, а. Ничего себе. Нормальный корабль, да? Все, тут я знаю, сейчас, когда уже всплывет указатель на Волгоградское, тогда я и должен буду сворачивать. Хотя удивительно, что это Волгоградское идет совершенно не в направлении Волгограда. Хотя я могу в этом и ошибаться. Так, нам надо где-то встать. Мне надо поставить на зарядку смартфон.